Дайте кто-то на дороге, а? У вас нет? Ладно. Кого еще нельзя снимать? Не знаю, мне еще клин просто ехать домой. Это шоу, да? Вот это шоу. Мы ее сейчас не поставим. 7 часов. Если бы мы знали, через как полчаса, через полчаса. Сейчас начнем тыкать трубу, блин, трубу, что-то не подойдет и капец. Мы сейчас через вот это будем перетаскивать всю палатку. Ну там нет такая, понимаешь? Поехали. Хватит. Так, это окна. Ну она же в этом танке, да? Да, да. А давайте теперь сообразим, куда у нас вход будет. Не, обождите, давайте действительно определимся со входом. На запад нельзя входом. Нельзя входом. Вот на улицу-то, на дорогу. Давай или на улицу. На бачок. На юг. Давай, на я бы вот туда, вот честно. Да. Вот на я юг. Бы вот туда. На юг всегда. Нет, юг у нас вообще там. Крым там, юг там. Да. Хотя мы можем по-другому, понимаешь? Жора не знает. Мы сейчас карты, мы все это перепутаем, мы все решим, да. Россияне проснутся, они не в Крыму, где-нибудь в Гваделупе, блядь. Мы переиграли. Поэтому откуда вы с этой стороны? Не, это северная сторона, нам надо с южной. Да мы на юг и так придем, не переживай. Это Ухов. А это что, еще один вход? Нет, я так понял, нет, это на углах, да, четыре вот этих. О. Ну, видишь? Да ты шо? Вот, я вам говорю, ребята, 100%, вот это вход. Тут два входа. Нет, да. То углы, вот то углы и там углы. Там второй вход. Может быть, два входа может быть, в палатке в этой должно быть по технике безопасности. А что я могу сказать, по-моему, мы вверх ногами. Ну это да. Давайте растягиваем. Не, не туда. Не, Ромчик, туда, сюда. Люди кормят, украинцы кормят армию интервента, поэтому мы не хотим давать этой возможности и перекрываем трассу. Упущено много времени, потому что рассчитывал правый сектор, что политика сверху, там, да, президент сделает какие-то движения по поводу Крыма. Нет времени ждать. И поэтому как бы правый сектор поддерживает, там татарский народ имеет право жить на своей земле. Давай гимн. Особля Дрейнка. Нормальный гимн. А ты че гимн? Это немецкий. Дырочку. Опа, да. Нормально. Самый раз, как надо. Все по фэншую. Вы в дырочку попасть не можете? Детвора! Это вообще специалист. У него уже 3 семьи, блядь. Еще внутрь нужны люди. Поднимаем. Люди внутрь нужны. Давай, толкай. Но. Уприть в землю. Да уперли я толку от этого. Ай, блядь. Ой, бывает. Что такое? Сука, пальцы. Опустите трубу, блядь. Пытается, она не становится, она уходит чуть-чуть еще. Вылазьте, веревки сначала надо. Вылазьте, пацаны. Веревок. Веревок нету, мы без ничего не сделаем. А вот там вот. То не те. И веревок нету, мы без веревок ничего не сделаем. Вот понимаете, вот честно, вот у нас было бы еще впереди минимум 3-4 попытки. Залом смазывать надо, с таким ухмылком, понимаешь? Как будто ты москаляга туда хочет. Так я так туда хочу москаля посадить. Понятно, но так его надо сначала поймать. Сало на него переводить? Та ты шо? Та я лучше сало зима москаля так на суху затяну. То не стрибатый москаль. Гей! Гей! А, вышел, лови! Зачем это мясо? Это москаль! Ну, я, допустим, сыкует немножко мыша Игоря сей. Я-то только тараканов боюсь. Крымские мышки. Ну, вон уже мост идет. Это уже, по идее, там русская эта. Русская территория. Вот, видите, даже российский флаг видно. Вот перед фурой. Назад уходи. Еще вот стоп. 20 тулов не полетело. Да? Где? Да. Над вами? Походу. Потому что мы всех перепугали место. Дальние бочки испугались. Вот,
Пусть русские знают, не боится их правый сектор, мы совсем рядом с ними. Мы на своей земле будем ее любыми путями возвращать. Ну все.